Бывшие боевики сдают оружие сирийским властям. Только сегодня более сотни человек пришли на специальный пункт, где можно оставить пистолеты, автоматы и боеприпасы. Ко всему прочему, они официально пообещали больше не прибегать к насилию. Я Халид Уди из пригорода Хомса. Я сдал оружие и советую поступить точно так же всем, кто использует оружие против государства. Надо сдать оружие и вернуться к жизни под заботой государства. Сирийские власти принимают оружие в рамках специальной программы прощения. Некоторые из раскаявшихся террористов – бывшие участники свободной сирийской армии. Кто-то входил в радикальные организации, например, был членом запрещенной в России ан-Нусры. По рассказам экс-боевиков, каждый шел воевать по своим причинам. Кто-то из-за денег, кто-то поверил в радикальные идеи. Вне зависимости от причин, боевикам, сдавшим оружие, сирийские власти дают шанс вернуться к нормальной жизни.